Знаете, у нас в Казахстане привыкли народ хаять, все время говорят, у нас народ бездельник, не хотят ничего делать, работать не хотят, жалуются потом на цены, на деньги и все в этом роде. Но при этом в Корее казахстанцев любят, казахов, да, просто обожают. Сколько бы ни было ситуаций, когда я ходил на работу, и меня спрашивают, ты откуда, я говорю, с Казахстана, и они такие, о, этого парня мы берем, потому что он с Казахстана. А почему такое отношение? Потому что в Корее казахи это просто машины для убийства, можно даже сказать. Они ебашут здесь 7/7 и просто без выходных, потому что деньги чувствуют. А когда, соответственно, деньги платят вам за вашу работу, охота больше работать. И здесь казахи, ребята, не знаю, вот сколько бы ни ходил там разные арбайты, ну это где работу выдают, и везде к казахам охуенно относятся, потому что они понимают, они не воуебят, а ебашут прямо от души.